Сегодня в Казахстане отмечают День семьи. Любовь, доброта, доверие, уважение – эти ценности вот уже 3 года успешно передают в Алматинском центре многодетных матерей. Сегодня он расширился и имеет в мегаполисе филиалы. В них оказываются помощи, психологи, юристы и соцработники. Также там можно бесплатно пройти курсы и получить полезные для жизни навыки. 34-летняя мать 5 детей Жания Абдулла Кызы долгое время была домохозяйкой. Готовка, стирка, прогулка с детьми, уборка. За каждодневной рутиной время летело быстро. А тем временем ее диплом учителя английского пылился в шкафу. Однажды Жания поняла, надо собраться и пойти работать. Нужно менять свою жизнь. Обратилась за помощью в центр Бакытты Отбасы. И ей тут же предложили вакансию. Теперь она в этом же центре учит английскому языку маленьких детей. За короткое время обучила больше 3000 малышей и получила искреннюю благодарность от их родителей. Многодетных мам быт и проблемы иногда так заедают, что женщины теряют себя как личность. Они даже боятся поставить перед собой какую-нибудь цель. А на самом деле это не страшно. Надо обозначить себе задачу и двигаться вперед. Как говорится, дорогу осилит идущий. Ежедневно центр Бакытты Отбасы посещают больше 700 женщин. Здесь их знакомят с парикмахерским делом, делятся секретами самых вкусных блюд мира, учат кройке и шитью. Мамы обычно приходят сюда с детьми. Им тоже есть чем заняться тут. Шахматы, курсы логопеда, гимнастика и арт-терапия всегда доступны для малышей. Вот эти вот центры, они позволяют каждому из нас, наверное, либо принять участие в оказании помощи, либо принять участие в получении этой помощи. И вот эта взаимоподдержка и взаимодействие такое вот и приводит к тому, что эти центры, они действительно развиваются. Они доказали свою необходимость, важность. Также в центре семьи получают бесплатную консультацию психологов и юристов. А тем, кто хочет открыть свое дело, специалисты помогают составить бизнес-план. За 3 года здесь оказали помощь больше, чем 50 000 человек. Шапагат Мырзабекова, Сержан Жумабаев, Алматы, Хабар 24.